Всем привет, вы находитесь на канале Стас Кобальт. С вами Стас Кобальт. Бой не сначала сейчас записывал. ОИ, да, у Супер Имба. Сейчас очень будет крутой бой. Без према, без читов, без модов. Играю. Очень хороший бой. Тем не менее, играл без према, без всяких там накруток, без всяких там каких-то пайков дополнительных. Экипаж, ну, не прокачан до конца, недавно пересадил. Поэтому пушка плохо крутится, плохо стреляет. Как выкачу и буду какие-то там супер бои потом показывать на этом танке. Ну, пока вот этот бой хотелось бы показать. Вот двоих уже замесил. Пытаюсь брать базу, как бы качели сейчас какие-то пойдут, но потом меня будут вчетвером разбирать. Будут разбирать, правда, очень долго. Меня еще так давно никто не разбирал. Ну, уничтожал. Вот, поэтому такой вот бой. По поводу патента, там что-то я хотел сказать по поводу этого. Да, патент не поменялся, ничего не поменялось. Ну, буду в следующем видео об этом говорить. А патент, ВБР там и так далее. Вот. Хуже стало, лучше стало, там буду говорить по каким причинам. Вот, все в следующем видео, скорее всего, скажу. Сейчас пока вот такое видео по ОИ. ОИ очень классный танк, так что для шестого уровня. Один из моих любимых был раньше КВ-1. У меня лучший, так бы, танк. Даже не квас, а КВ-1 мне больше всего нравился. Но вот этот танк, все-таки я его выбрал как бы основной, ну, на шестом уровне. В минус не уходит, он очень такой комфортный танк. Я его даже покрасил там везде. Он, в принципе, ну, один из моих любимых, даже, может быть, даже мой любимый танк на данный момент. Вот. Сейчас, видите, сейчас я один останусь, они вчетвером будут меня разбирать, очень долго будут меня разбирать, практически, не знаю, 4 минуты, по-моему, они будут меня тут гасить. Вот. Вот, жалко, что пушка не работала, это самое, ну, как бы, прокачка экипажа была слабенькая, поэтому не мог ничего я сделать. Ну, я еще тут ЛБЗ выполнял, как бы... Очень сложную ЛБЗ выполнял, там надо было забронировать урона в 3 раза больше и плюс еще 2000 урона набрать. Почти я его сделал вот здесь вот в этом бою, и поэтому как бы очень было обидно, конечно. Но вот смотрите, сколько раз они меня будут здесь вот убивать, стрелять. Вот жалко, что с четверками, вот видите, сейчас с четверками попал практически на этом танке. Вот сейчас, может быть, на прем танке попадаешь, на прем аккаунте, да, на прем этом попадаешь часто, там, по своему уровню, поэтому, как нам обещали сделать ВБР. Но вот такое, чтобы ты был в топе и там с какими-то четверками, такое очень-очень-очень редко. Вот, поэтому... Показываю бой, показываю какие-то свои типа повторные реплеи без читов, опять же повторяю, без модов, без прем-аккаунта, без всяких супер-мега накруток играю. Ну, да, там покрашенный танк, видите, там поэта какие-то есть у меня там бонусы. Ну, там единственное, да, там, ну, то, что стоит вот эти модули там какие-то. Ну, модули на что стоит? Модуль на зарядку, да, чтобы ускоренная зарядка была. Потом непробитие, то есть, ну, этот стоит, как его, ну, этот, вентиляция там, ну, такие вот, знаете, обычные, как они, как говорится, у всех вот они стоят, вот эти вот, на атак, я говорю, обычные снаряды, обычные, видите, не голдовые, ничего, использую снаряды. Вот. Надо было тут, конечно, и голду поставить. Но делал ЛБЗ, не хотел, чтобы меня там сильно попробивали. Хотел больше заблокировать броней. Вот. Поэтому ничего не ставил. Вот это самое. Вот такой бой, просто выкладываю интересные какие-то бои на своих этих любимых танках.
Вот сейчас не парюсь, не играю, не смотрю на эту статистику уже, не смотрю на что-то там, знаете, уже не переживаю, там уже понимаю, что там все решено, все уже зарешали за тебя, это ВБР, весь этот патент, как бы не переживаю, ну слился, команда слилась и слился, ничего там не ору, ни комментарии эти гневные не пишу, знаете. Уже как бы уже все понятно, поэтому, ну, зашел там пару боев, главное, срубил эти, как двоечки там какие-то, что-то там, какие-то танки подкачал и все, и мне главное провести какие-то супер-мега-нереальные бои, вот для меня самое главное, какие-то, чтобы они были интересные, вот для меня вот это сейчас интерес, какие-то бои, там где-то что-то повыкручиваться, что-то повыпендриваться, вот сейчас видите, на захват и патрон мимо прошел, я его брал в автоприцел и мимо, вот видите, как обидно. Вот, а так вот я говорю, что видите, смотри, как они долго меня мут и взад, и вперед, и в бок, и просто, я говорю, нереальный танк, так что, ребята, прокачивайте вот этот танк, очень классный, по каким-то имбам танкам я буду говорить, вот, вот, наконец-то меня убили. По заблокированному урону 5000, то есть нанес в 5 раз больше, чем вообще требовалось для ЛБЗ. По урону 2000, там почти 2000 получилось. Ну, надо было выжить, еще победить. И не победил, не выжил, да. Ну, команда, как бы, это самое. У меня и перки этих не работают. Перки, видите, до конца не прокачанный экипаж. Вот там один человек только 120, надо 121%, чтобы до конца они работали. Такие дела, так что всем всего доброго. С вами был Стас Кобальт, до свидания.